Обожаю такие богом забытые места. Сейчас я нахожусь на Курской косе. Это литовское государство, и местечко называется Неринга. Конкретно это место называется Прайла. Я очень часто приезжаю в эти места, и сегодня хочу вас немножко удивить. Обычный променад, обычная прогулка. И гуляя здесь, натыкаюсь вот на такую штуку. А сейчас в Европе очень модная вещь, когда люди не выкидывают книги. Книга все-таки это ценность. А когда обмениваются этими книгами. Если вдруг тебе книга стала ненужной, то на улице стоит вот такой шкаф. И ты приходишь сюда и ложишь ту книгу, которая тебе не нужна. Смотри. Ну, прочитал ты ее. А берешь, соответственно, ту книгу, которая тебе нужна. И этому шкафу он с 1936 года. Можете себе представить? То есть вот такая вот даже резьба по дереву. Это дуб. И годы, как видим, на нем не властны. Смотри, какая окантовочка обита. Красиво. И книжечки. Это то самое место, я очень часто в путеводителях встречал в Швейцарии, что-то подобное рассказывал. Место, где собаки не лают. Вы знаете, что собака при виде человека обычно лает, но есть места на планете, где собаки не лают. Это одно из таких мест. А второе название этого места – это деревня миллионеров. Сейчас 7 часов утра. Ребята поехали, снимут сеточку. Вот там сеточка, видишь? Это коптилочка, уже готовы ящики для того, чтобы принять свежую рыбу. И люди здесь начнут просыпаться, туристы, что-то в районе 10 часа. И к этому моменту здесь уже будет свежая копченая рыба, которая была выловлена вот только здесь. Вот сетка, флажочек видно. Соответственно, вот здесь за моей спиной коптилочка. В этих местах не очень любят, когда ходят люди с телефонами, камерами и что-либо снимают. Это и понятно, сюда приходят, приезжают релаксироваться и отдыхать. Как бы это могло выглядеть? В двух вариациях. В основном это будут этнические дома. То есть дома, которые постройка 905 года, 900, 36 и так далее. Это вот такая классика сильная. Легко узнаваемые помещения. Магнитики этого места, они примерно как остров Маркин в Нидерландах, да, или Берген, например, в Норвегии. То есть, когда ты видишь на фоточке это, ты сразу понимаешь, где это находится. Тебе не надо ничего больше о этом месте говорить. Из уникальности, посмотрите, чем хорош этот дом. Поскольку я строитель, для меня очень важен это строение. Почему? Потому что в этом строении, во-первых, сейчас нету никаких солнечных панелей. Почему? Очень странно, да? Потому что этот дом настолько энергоемкий, что ему практически это не нужно. Не буду лукавить. Может быть, в каждом втором доме здесь уже есть тепловой насос. Сам Бог велел, находясь здесь у моря, иметь тепловой насос. Но что здесь интересно? Это просто каркасный дом, каркасное сооружение. И в этом каркасном сооружении, по нашим современным меркам, практически отсутствуют строительные технологии. Здесь нету пароизоляционных пленок, здесь нету диффузорных мембран, да? Здесь нету традиционной вентиляции короба и очень много-много-много вещей, которых здесь нету. А что интересно, здесь есть те вещи, которые использовали там столетия, и эти дома до сих пор сохранились и приносит прибыль своим владельцам. Уникальность места в том, что, смотри, ты просыпаешься утром в своей кроватке, садишься вот сюда за утреннее кофе, и вот от твоего диванчика до моря, ну, 8 метров в данном случае. Наблюдал такую картинку, что парень вышел, грубо говоря, в нижнем белье, закинул удочку и ловил рыбу прямо, можно сказать, в кровати. Большая близость дома к морю. Вот, например, сам домик и вот море. С одной стороны, это как бы туристическая привлекательность, а с другой стороны, такое близость к морю, это не соленое море в этой части,
приводит к тому, что здесь необычайное изобилие, скажем так, растений, которые в таком состоянии находятся, что у тебя не хватит ни удобрения, ни системы поливки, чтобы в твоем участке содержать их примерно в таком состоянии. Давай посмотрим. Вот обрати внимание, буйство красок – это не какая-то сложная ландшафтная композиция. Это просто человек взял все растения, которые красивые, и посадил. А дальше они уже произрастают сами. Не совсем справедливо сказать, что за этим нет ухода. Здесь все идеально, травка подстрижена, растения подобраны тоже красиво. Но так как они цветут, не используя каких-либо удобрений, это просто уникально. Почему люди сюда приезжают? Потому что в другом месте это практически невозможно. Запахи от цветов, которые здесь, это волшебная история. И практически каждые метров 30-50 вот эта история, когда ты можешь сидеть на стульчике и сразу любоваться морем. Утром ты можешь пойти в кафе. Смотрите, как выглядит или как организовано кафе. Это кафе, где мы, например, завтракаем. То есть она построена не то чтобы близко к морю, она фактически зависает над морем. И она не единственная, таких на побережье большое количество. То есть я напомню, что буквально через час рыбаки привезут рыбку. Примерно уйдет 1,5-2 часа на копчение. И ты получишь наисвежайшую рыбу. Понимаешь, как все это пахнет? Насколько это вообще кайф? Вот это уже очередные апартаменты, где люди живут. Посмотри на это изобилие. Это одно из, почему ты сюда приезжаешь. Во-первых, здесь просто пахнет идеалом. Что я здесь стал замечать, тем, что здесь на берегу люди читают книги. То есть человек вышел на берег, я сейчас не буду прям засовывать камеру к этому человеку, а сниму на расстоянии. Обрати внимание, это не какая-то редкость, а это просто поголовное увлечение. Почему это место называют деревней миллионеров? Видите ли, среднее по региону в таких местах, если ты снимаешь жилье для того, чтобы переночевать, она стоит, ну, порядка 45-60 евро. И когда вы лазите на Booking, в Airbnb, ну, в других сегрегаторах, и ищете жилье, то здесь могут встречаться жилье 250, 400, 800 евро за ночь. И, соответственно, у человека ломается шаблон, ломается мозг. Если здесь стоят такие бешеные деньги переночевать с семьей, конечно, это деревня миллионеров. Но это не совсем так. Дело в том, что здесь можно переночевать от 40 евро за ночь и, конечно же, кончая 800 евро. Это зависит от многих факторов. Удаленность от моря, безусловно, состояние виллы, безусловно, и так далее. Но, видишь, если ты сюда приезжаешь, и если тебе сложно вот здесь забронировать жилье, ты же должен понимать, почему-то это происходит. Ну, я отвечаю очень просто. Богатым можно быть не финансово, богатым можно быть просто душой. Не задумываться об этом. И людей, у которых действительно с духовным качеством здесь все в порядке, большое количество. Почему? Гуляя по этим местам, ты можешь видеть, когда люди занимаются, например, йогой. Это же уникально. Но если человек занимается йогой, читает книги, это довольно редко в наше время. И это могут позволить действительно только миллионеры. Люди, богатые душой.